Кстати, о питании. Меню больных COVID-19 проверит прокуратура. Такое обращение направило руководство регионального отделения ОНФ. Жалобы на питание в Черногорской больнице начали поступать еще на прошлой неделе. Пациенты, которые находятся там на лечении, разместили в соцсетях подобные ролики. Вот такой чудесный ужин нам сегодня дали в Черногорской больнице людям, больным коронавирусом и двухсторонней пневмонией. Вот такая чудесная запеканка, ложка какого-то непонятного повидла и вот такой кусочек хлеба. Учитывая, что обед был... При этом, как уверяют больные, родственникам запретили передавать все продукты, за исключением воды. Ситуацией заинтересовались в региональном отделении Общероссийского народного фронта. Активисты обратились в надзорные органы с требованием проверить качество питания в медицинских учреждениях. Требования к составу, к набору продуктов по калорийности, по минерализации, по солям, по витаминам и так далее. То есть это все расписано, установлено. И приказами Минздрава, то есть прям закреплено, что питание является частью лечебного процесса, частью лечения. Соответственно, если питание некачественное, то есть мы имеем основание утверждать о том, что у нас проводится некачественное лечение. А право на бесплатную медицинскую помощь – это конституционное право, закрепленное у нас главным нашим документом Конституции Российской Федерации.